Друзья, я рад приветствовать вас на канале «Капитан Герман». Напоминаю, что наш канал о кругосветном путешествии нашей команды и яхты «Мушу». И сегодня мы вам будем рассказывать об одной очень важной теме – это яхтенная одежда. У нас сейчас начинается сезон дождей, поэтому погодка такая не очень. Поэтому извините за ветер, который может шуметь немножко в микрофон, но мы здесь уже вот вообще ничего сделать не можем. И несмотря на ветер, мы будем вам рассказывать о том, о чем мы запланировали. В нашем сегодняшнем обзоре две пары перчаток. Первая — это Гил. Вот эта фирма, я думаю, вам уже знакома по большому ассортименту яхтенной одежды. И вот то, как выглядит этот Гил по истечению 3 недель перехода, одного длинного перехода. Вот вы можете посмотреть, как порвались пальцы, как истрепались ладошки. Но, к сожалению, это расходный материал, поэтому вы не передадите перчатки своим детям, вы в них отходите один сезон, может быть меньше, и выбросите их на свалку. Перчатки — очень важная часть, потому что вы постоянно работаете с веревками. Если у вас веревка полетела из рук, это сразу ожоги и прочие неприятности. Поэтому перчатки, я считаю, на яхте, особенно для людей, которые несут вахту, это один из обязательных условий. Вы можете на это закрывать глаза, но я заставляю всех у себя на лодке одевать. А следующие перчатки на нашей разделочной доске — это перчатки фирмы SLAM. Я даже не знаю, как их вам показать, чтобы не показать свои ладошки, потому что логотип находится изнутри. Но, тем не менее, как выглядят перчатки, в которых я перешел Тихий океан? То есть это просто труха, то есть это кожа, я напоминаю, да, вот если она здесь так разлезлась, можете представить, что было бы с вашими руками, потому что 24/7 тянутся веревки, они проскальзывают, что-то случается, короче, вот это яхтенные перчатки фирмы SLAM, в которых я перешел, ну, наверное, половину все-таки Тихого океана, они целые. Следующая куртка, о которой я вам буду рассказывать, это тоже Муста, Муста LPX, это курточка, которая сделана для не очень жесткой погоды, грубо говоря, это ветровка. Но ветровка с определенной степенью защиты, я, честно говоря, не очень знаю, там, в чем она, в мембране, как она отличается между собой. Но, тем не менее, что мы имеем на этой куртке? У нас есть рукава на липучках, которые защищают руки от проникновения воды, но защищают условно, потому что, так как эта куртка легкая, мы говорим о том, что в ней вы не будете находиться в очень жестких условиях. То есть, что здесь есть прикольного? Молнии, которые не прорезиненные, но куртка внутри, все швы проклеены. То есть, если вы попадете под одну волну, ничего с вами трагичного не случится, но для этих случаев здесь в кармашке есть дренажное отверстие, через которое будет выливаться вода. Поэтому во внешнем кармане в этой куртке я бы не хранил телефон, если он не водонепроницаемый. Но здесь внутренних карманов, к сожалению, нету, поэтому на веревочке, на шее, в герметичном пакетике. Сзади на куртке есть вот такие вот силиконовые наклеечки, которые защищают и противостоят тому, чтобы куртка подскакивала вверх при активных движениях. А еще в этой куртке очень прикольный капюшон. То есть, когда у вас не очень хорошая погода, он имеет большое количество регулировок. Вы его можете сделать с маленьким козырьком, с большим козырьком. Если идет дождь, можно сделать козырек больше, чтобы вода не попадала в лицо. Но можно отрегулировать его так, чтобы когда вы находитесь за штурвалом, вам было хорошо видно, чтобы не было перекрыто боковое зрение. Также этот капюшон является отстегивающимся. Сзади идет молния. Вот она, я вам ее показываю. Я не очень люблю такие конструкции. Я предпочитаю такие, когда капюшон заворачивается и вставляется в воротник. Но так как эта куртка легкая, они, я думаю, предпочли сделать этот капюшон съемным. Ну, так тоже можно ходить. Резюмируем. Это куртка для людей, которые отправляются в Средиземку, когда не ожидается плохих условий, но если что-то такое немножечко вас застанет врасплох, то куртка, которая помещается и занимает очень мало места в сумке, это будет отличное решение для коротких переходов. Друзья, а дальше мы с вами будем рассматривать костюм Musto HPX. Начнем с того, что я вам расскажу о штанах. Одной из удобных функций при одевании данного костюма является то, что штаны можно совершенно спокойно одевать прямо на обувь. Они достаточно широкие, чтобы вы смогли
штанины продеть сапоги. Чем это удобно? Это удобно тем, что когда вы выходите в штормовую погоду, ваши ноги одеты в сапоги, и вам не нужно наступать на мокрую палубу. То есть ваши ноги будут сухие, а штаны и куртку уже можно одеть снаружи, потому что она может быть мокрая, какая угодно. Что еще очень удобно? Здесь на штанинах есть липучки. Вы можете отрегулировать штаны таким образом, чтобы они плотно прилегали к сапогам и внутрь сапог не набиралась вода. Далее, в штанах есть много регулировок. Например, такие как шлейки. Шлейки вы можете отрегулировать под себя. И сзади на шлейках это находятся резинки. То есть, если вы перетянули или не дотянули, вам уже не нужно их постоянно там уменьшать, увеличивать. Они будут на вас держаться достаточно хорошо. Теперь о самих штанах. Два кармана. Карманы открываются на подвороте. Большая липучка. С боков ничего вам не мешает. Если вы лежите на боку, то ничего совершенно вам не мешает находиться в удобном положении. Замок расстегивается с двух сторон. Можно расстегивать сверху, можно расстегивать снизу. Есть большой клапан, мальчики оценят. Плюс это дополнительная защита от воды. Когда вода прилетает за борта, здесь до пояса и выше, вы находитесь постоянно в сухом костюме. Вот, собственно, касательно штанов, наверное, и все. Теперь переходим к куртке. О куртке мы будем говорить немножечко побольше, потому что это основной элемент, который вы носите, даже несмотря на то, что вы можете находиться снизу в каких-то других штанах, легких, но куртка очень иногда защищает, особенно когда неожиданно приходит дождь, и вы в этом дожде должны пройти там какое-то небольшое расстояние, вы просто накидываете куртку и вперед. Итак, рукава. Один из самых важных элементов. Внутри рукава есть подрукавник, который прорезиненный. Вот он. То есть вы его на рукаве затягиваете, потом затягиваете манжет. То есть, грубо говоря, основная проблема в куртках, то, что вода попадает через открытую поверхность, то есть прямо через руку, через перчатки. Когда вы ее закрываете, сухо. Теперь. На куртке есть непрорезиненный замок, но он закрыт с двух сторон, вернее как, с одной стороны он закрыт липучками, которая идет с подворотом. То есть вы ее на липучку закрыли, все. Что еще удобно, что замок расстегивается с двух сторон, и вы можете спокойно иметь доступ к штанам. Понятно. Далее. Воротник. Вы его можете совершенно полностью закрыть и защититься от погоды. То есть закрывается воротник. Если погода плохая, дополнительная часть, которая может быть заклеена сзади, а может быть заклеена через нос. То есть сейчас вы совершенно полностью закрыты от брызг. Теперь капюшон. Капюшон складывается в воротник и имеет огромное количество регулировок. Хлястик, вы можете отрегулировать козырек. Вы можете потянуть за две веревки и отрегулировать воротник. То есть вы можете настроить капюшон таким образом, что у вас будет и не перекрываться боковой обзор, и не лить дождь в лицо. Далее. Внутри у вас есть лейба, вы можете подписать, чья это куртка. И опять же, затяжки на поясах и затяжки на заднице. Вы можете отрегулировать куртку под свою фигуру. Из минусов, затяжка, которая находится на талии, имеет такую собачку, которая постоянно давит на бока. Это жутко неудобно в этой куртке, это просто катастрофа. Когда вы на вахте, вы ложитесь на бок, и у вас вот эта вот собачка постоянно давит вам сюда в кость. Вот такие синяки. Я их, естественно, эти собачки срезал, но теперь у меня нету регулировки спины, но их можно просто затянуть, завязать на узел и все. Вот то, что мне в этом не нравится. Карманы.
с подворотом. Завернули как драйбэк. У вас очень удобно, и все, что сухое должно быть в карманах, будет сухое. То есть карманы есть еще дополнительные. Вот отсюда. То есть вы их можете открыть, туда засунуть руки и находиться на вахте. Очень удобно. Минусы, о которых я хочу рассказать. Напоминаю, что данная куртка стоимостью в 1500 фунтов. То есть это куртка из топового сегмента, которая дорогая. Посмотрите на рукава. Эти рукава уже совершенно не имеют никакой защитной функции. То есть вся эта куртка протекает. Хоть Муста и говорит, что вы покупаете костюмы на всю жизнь, я разговаривал с многими яхтсменами, ни у кого больше 5 лет костюмы не живут. Так что сразу понимаете, что вы приобретаете. У меня этот костюм находится 3,5-4 года, при которых из этого времени я хожу постоянно. За этот период времени костюм полностью ушатан, больше его носить не представляется возможным. Вот вы видите шея, там где касается точка контакта, вот это вот желтенькое, это то место, где прилегает к шее куртка. Вот в этом месте она уже оторвалась, то есть вот это вот разорванное. Далее карман, оп, шов разошелся. Все швы на куртке, какие-то хорошо еще держатся, какие-то уже все. То есть здесь уже поотваливались веревки, вот вы видите. Все это я показываю вам крупным планом. Короче, мое резюме. Костюм за 1500 фунтов, который живет так мало и настолько, ну, я не знаю, приходит в негодность за короткий период времени. Хотя, может, это и не короткий период времени, я не знаю. Но я бы предпочел взять себе одежду, которая носится, может быть, меньше. Может быть, ее менять раз в год, раз в два, при стоимости в 3 раза меньше. Я считаю, это разумный компромисс. А на этом все, друзья. Напоминаю, что вы были с нами на канале Капитан Герман. Я рад постоянным зрителям, надеюсь вас и видеть впредь. А для новых зрителей подписывайтесь на наш канал, у нас будет много интересного. Пока!